Там никто не строится, жителей каких-то нету вообще, абсолютно. То есть этот участок брошенный. Там начали отсыпку производить, тоже бросили. То есть вот мы своими силами нанимали погрузчика, продеревяли, вот, привезли отсевы машины и подсыпали, чтобы хотя бы какой-то завес был. Все, дальше как дорог не было, так их и нет. Как они тут отчитались, а что тут дороги сделали беспрепятственно для жителей микрорайона Западное, мы не понимаем. Пусть они приедут, покажут, как там заезжать. Существующая эта дорога, которая Матвеев сыпал вот эти булыжники, то есть она как была, так она есть на чьих-то участках. То есть здесь ее вообще быть не должно, не ее должно здесь нет. Дороги быть. Дорога должна быть вот идти. Они ее не делали вообще. То есть отсыпку провезли участка, там не знаю сколько там, 50 метров. Вот это расстояние. И здесь для кого они сделали. Здесь домов вообще нет. Вот эту дорогу, то что они начали отсыпать, как они сказали, по проекту, ее бы перенесли вот туда. Вот. Там бы уже жители бы как бы беспрепятственно могли проезжать спокойно. Здесь для кого они ее делают. Мы так соображаем, по мере, наверное, необходимости нужно делать дорогу, а не кому-то здесь отсыпать ее. То есть мы как сейчас вот весной должны заезжать? Мы опять не заедем? Нанимали погрузчик сами, привозили отсев, и вот, сделали заезд. Они дотянули-то холодов. Отсчитывали, все, не переживайте, мы вам будем делать, отсыпать. То есть все, вот она, ихная отсыпка. Сейчас начнется весна, нам что делать дальше? Мы опять к своим участкам проехать не сможем. Тоже, что и было, как в том году. То есть вот они, где должны произвести были отсыпку, то есть там вообще ни одного машины не было. А с вами вообще кто-то советовался, где? Да никто не советовался. Мы вот когда производили вот эту дорогу, якобы они сказали, по проекту, мы подъезжали, спрашивали, для чего вы ее тут делаете? Здесь домов никаких существует, нету. Вы сделаете вот нормальную дорогу, то есть заезд, хотя бы какой-то участок, чтобы мы уже видели, допустим, да? Вот эту дорогу можно было перенести к тем участкам, люди бы уже был подъезд спокойно. Здесь кому не делают. Тоже они его бросили наполовину. Все. Даже там не доделали, где начали? Не доделано начали. Ничего. Тут даже половины, то, что должно было сделано, они не сделали. Где дома они? Сейчас тоже к себе никак один не один день всего. Они насыпали, разровняли и уехали. Все, больше ничего. Абсолютно. Один день работы. Мы-то думали, сейчас тут прямо аж начнут что-то делать. Нет. Порадоваться успели. Ну да, мы порадовались, что что-то сдвигается. Они просто красиво отчитались. Радость была недолгой. Они быстро-быстро свернулись и уехали. Вот так. Вся работа закончилась. На том, что они маленько разровняли и все. Но я думала, что еще привезут, что-то будут. Нет, абсолютно нет.